Сегодня в Русском доме Баку при поддержке Ассамблеи народов Евразии проходит круглый стол, в котором принимают участие представители госструктур, неправительственных и межправительственных организаций, представители молодежных и национально-культурных общественных объединений, научно-образовательного сообщества Азербайджана и России, участники конкурса «Лидер народной дипломатии», эксперты в сфере народной дипломатии и представители СМИ. Мероприятие посвящено роли народной дипломатии в развитии российско-азербайджанских отношений. В мае этого года исполняется 7 лет, когда была создана Ассамблея народов Евразии. То, что сейчас вот в Баку, нам очень нравится здесь бывать. Мы здесь не первый раз уже были. У нас было и дни Ассамблеи народов Евразии. Сейчас у нас круглый стол, посвященный народной дипломатии. И мы убеждаемся на каждом шагу, что то, что могут сказать народные дипломаты, люди простые, они их слышат, может, даже лучше, чем политиков. На самом деле отношения между Россией и Азербайджаном – это не вопрос сегодняшнего дня. Это огромная историческая протяженность, которую мы прошли все вместе. И наши народы, как и многие народы, как и нас окружающие, прожили вместе, научились вести диалог, научились понимать друг друга. И об этом мы сегодня будем говорить, о том, что нас объединяет, о том, что какие у нас общие интересы, что необходимо нам сделать в будущем, что необходимо нам помнить в прошлом. И именно поэтому такой широкий круг спикеров мы сегодня видим на этом круглом столе. На повестку дня международного круглого стола вынесены вопросы популяризации и дальнейшего развития народной дипломатии через современные механизмы культурно-гуманитарного, научно-образовательного и делового сотрудничества. Я благодарен Ассамблее народов Евразии, Ассамблее народов России, что данное мероприятие проводится в Русском доме в Азербайджане, так как эта тема, народная дипломатия, очень важна. Она, наверное, не так давно появилась, эта тема, но о важности ее многие факторы говорят. Все мероприятие проходит в рамках флагманского проекта Ассамблеи народов Евразии и Ассамблеи народов России. У нас есть такой международный конкурс «Лидер народной дипломатии», который действительно за 2 года показал, что между людьми нет границ. Никакие политические разногласия не заставят народа разделиться. Я думаю, что язык, как универсальное средство общения, он всегда сближает. И мы видим, что очень высокий интерес к культуре Азербайджана в России. И сегодня мы убедились в том, что очень высокий интерес к проектам и культуре народов России.